Здравствуй, уважаемые садоводы. Жара, лето, как в тропиках идут уже дожди, такие же теплые. Кто бывал в Юго-Восточной Азии, тот, наверное, знает, что это такое. Ну а вот в теплице, соответственно, в связи с такой жаркой погодой, конкретно вот в теплице помидорной, возникла проблема. Проблема, связанная с появлением завязей помидоров. Они просто-напросто высыхают в связи с отсутствием нормальной температуры и опадают. То есть помидоры количество катастрофически уменьшается. Будущее количество, естественно. Что я буду предпринимать на эту тему? На эту тему есть такой замечательный препарат, который называется Partenocarpin Bio. В соответствии с инструкцией, этот препарат разводится 8 капель на стакан воды и обрабатывается непосредственно цветочек, только цветочек, ни на лист, ни в корень, только цветочек. Помидоры, баклажаны, перцы. Хорошо. Ой, не холодно. Отрываем. Теплицу мусорить не будем. Достаем вот такой вот многоразовый тюбик шприц. Открываем. Соответственно, можно накапать сколько надо и закрыть, не пропадет. Единственное, что хранить надо. И вот в этой емкости пол-литра кипяченой воды. Вот по инструкции именно кипяченой. Если на стакан 8 капель, то сюда надо будет сделать 16. Что в принципе и делаем. Шестнадцать капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, препарат био. И то, что вот у меня рядом здесь вот плоды, это не навредит этим плодам. Значит, опылять я буду непосредственно вот этот цветочек. Один короткий пшик, секунда, и все. Так, здесь у нас уже усё. Будем и смотреть, что еще есть. Каждый цветочек, в каждый, прямо в рыльца. Теперь вот сюда. И теперь вот сюда. Идти нет сюда. И, значит, что делает этот препарат? Он делает искусственное оплодотворение помидора. Помидор у нас завяжется, он, возможно, будет более крупный, нежели чем, так сказать, его собратья, которые, значит, появились вслед естественным путем. Но тут есть одна хитрость. Хитрость заключается в том, что если вы с такого вот искусственно оплодотворенного помидора захотите применить семечки для рассады, ничего не получится. Почему? Потому что они не вызреют, семечки. Помидор созреет, а семечки не вызреют. Но тем не менее, его можно есть, солить, консервировать, что как угодно. Вот это ничего не меняет, так сказать, сути. Но вот семечки не получите. Какая оригинальная группа в желтых купальниках. Надеюсь, что все будет замечательно далее. Так, это кто у нас? Вот и шо. И шо. Кстати, здесь, в этой теплице, посажена вдоль бортика петрушка для отпугивания муравьев. Когда петрушка была маленькая, муравьи были. Петрушка стала подрастать, их количество стало уменьшаться. Хотя бегают, но не столько. Ну вот и все, уважаемые садоводы. Пользуйтесь достижениями науки, увеличивайте урожайность, давайте встречаться, давайте общаться на просторах интернета. Канал YouTube «Урожайные грядки РФ». Всего вам доброго. Ой, и мне тоже. Фу, поехали работать.